тот, с кем ты больше всего воюешь, больше всего похож на тебя. Неосознавание своей тени или ее отрицание приводит к расколу твоей идентичности, внутренним конфликтам и, как правило, к различным кризисным состояниям. Тень – это часть нашей психики, это наше вытесненное, бессознательное, те черты личности, которые мы в себе отрицаем, так как они неприемлемы для нас и содержат те самые чувства, которые мы не готовы перепроживать. Мы сами размещаем свою тень, как правило, в людях, которые находятся в нашем ближайшем окружении. Люди проявляют наши теневые качества. Когда вам кажется, что вам катастрофически не везет на хороших людей, вы таким образом отвергаете и отрицаете свою собственную тень. Как осознать свою тень? Карл Густав Юнг говорил о том, что вытесненная тень человека проявляется в вытеснении своего бессознательного материала на других людей. Эта психологическая защита называется проекцией. В каком-то смысле наша тень – это наши отвергнутые потребности, страхи, эмоции и желания. Проецирующий человек приписывает кому-то или чему-то свои собственные вытесненные мысли, эмоции, мотивы, черты характера. Все, что вам не нравится в людях, это все ваше, это то, что вы не принимаете в самом себе. Пример проявления тени в следующем видео. Ты фанатично отстаиваешь какую-либо идею, и этим ты бессознательно скрываешь свое подавленное сомнение. Когда человек активно пытается обратить другого человека в свое убеждение, в глубине души он сомневается в своем убеждении, и он ищет союзников, чтобы укрепиться в своем убеждении. Твоя тень проявляется в проекциях на других людей. Твоя тень – это отторгнутые твои потребности, желания и страхи. Проецируя, ты кому-то приписываешь свои мотивы, собственные мысли, чувства и даже черты характера. Проекция – это психологическая защита, которая позволяет снять с человека ответственность за его, как ему кажется, неприемлемые, потаенные желания и потребности и переложить эту ответственность на другого. Еще один пример проявления собственной тени. Человек, который обвиняет вас, что вам нельзя доверять, что вы его предадите, сам на самом деле склонен к таким поступкам. Если вы хотите познакомиться с собственной тенью, тогда прошу вас ответить на вопросы, которые сейчас буду задавать, и понаблюдать за собой. Первый вопрос – о чем вам хочется говорить, но вы считаете это неприемлемым? Второй вопрос. Когда у вас появляется возможность высказаться, и при этом вы остаетесь анонимным, на какую тему вы заведете разговор? Какая тема волнует вас больше всего? Третий вопрос. Какие сны вас пугают? Или наоборот, какие сны вас радуют? А о каких снах вам будет стыдно рассказать? Четвертый вопрос. Чего вы боитесь? Пятый вопрос. Какие темы вы чаще всего отстаиваете в споре? Шестое. Какие люди вас раздражают и что именно вас в них раздражает? Седьмое. О чем вы говорите и о чем вы думаете в состоянии алкогольного опьянения? Восьмой вопрос. Что вы говорите другим в момент ссоры? Девятый вопрос. Какие фильмы вы смотрите, когда находитесь в одиночестве? Какую музыку вы слушаете? О чем эти сюжеты? Десятый вопрос. Что вас цепляет в человеке? Что вы любите в человеке и что ненавидите? Друзья, если мы осознаем свою тень, мы можем с ней работать. Если нет, то тень влияет на нас изнутри. Она приводит к напряжению, тревоге и необдуманным импульсивным действиям. Тень, хотите вы того или нет, из вашего бессознательного то и дело будет просачиваться в вашу реальную жизнь. И это воздействует токсично как на вас, так и на ваше окружение. Проекции очень хорошо обнаруживаются во время психотерапии. Наша тень нас контролирует. Пока вы ее не осознаете, она управляет вами. Каждый элемент тени – это часть нас самих. И пока мы храним этот бессознательный токсичный груз, пока мы отрицаем его существование, мы сами себе вредим. Чем сильнее мы сопротивляемся своей собственной тени, тем больше ее отравляющее влияние на нашу жизнь. Как же осознать и принять свою тень? После того, как вы обнаружили свои теневые черты, об этом я говорила в предыдущем видео, важно их нормализовать и признать частью нашей личности. То, с чем я борюсь в людях, на самом деле это мое. Принять свои теневые качества – это не означает потакать им. Наоборот, мы обретаем возможность контролировать их, когда признаем их частью себя. Признаем и смиряемся со своими несовершенствами.
И через этот отказ от иллюзий мы приобретаем силу и смелость быть самими собой настоящими. Отношения с нашей собственной тенью похожи на отношения с человеком, с которым приходится либо соглашаться, либо идти наперекор в каких-то моментах, в чем-то постоянно искать компромиссы и уступать. Врагом ваша тень стать может только в том случае, когда вы ее не воспринимаете, не осознаете и всячески игнорируете. Почему же людям не удается принять себя и свою тень? Потому что тень, которую вы размещаете в других людях, очень тесно переплетена с их собственной тенью, с тенью того другого человека. В той тени, которую вы не можете принять, примесь тени другого человека. Одно дело принять, познать и проработать свою собственную тень, и совсем другое дело, когда нужно принять, осознать тень с материалом другого человека. Чужое вам переваривать не нужно. Чужое важно вычленять и возвращать автору. Работать нужно только со своим материалом. Как в этом может помочь психотерапия? Хороший специалист способен отличить и отсортировать чужое от вашего. Чтобы вам не приходилось годами тянуть вот эту тень, переплетенную с чьей-то чужой. Людям обычно очень страшно знакомиться со своей тенью, потому что на этом пути приходится разрушать, трансформировать, переформатировать свои собственные представления о себе. А это очень часто больно. В сопровождении терапевта, который способен чутко и внимательно увидеть теневые проявления, в безопасной среде, где ты защищен от критики, от навешивания ярлыков, тебе легче будет обсуждать и осознавать свою собственную неидеальность, принять ее и признать частью себя. Тень на самом деле не так страшна, потому что это наша собственная часть. Она и есть мы. И в твоей собственной тени есть как негативные аспекты, также заложен огромный ресурс, о существовании которого ты даже не подозреваешь. Иногда этот ресурс называют золотой тенью. В процессе работы ты наблюдаешь, что терапевт не разрушается почему-то от твоего несовершенства. Он не отвергает тебя от того, что ты не соответствуешь такой желанной картинке. И когда ты это наблюдаешь, у тебя появляются силы проявлять свои самые лучшие качества. Твоя золотая тень становится для тебя союзником. Без принятия своей тени ты не можешь быть цельным человеком. Ты частичный. Познавай, принимай и работай со своей тенью. Становись цельным, энергичным и удовлетворенным человеком. Становись сильнее и наслаждайся этой жизнью. Подписывайся, здесь будет очень много интересного и полезного для тебя.